будет достраивать художественный музей, по-прежнему неизвестно. Заявку строительной компании «Селф» вновь отклонили из-за того, что не была предоставлена банковская гарантия. Ранее власти края надеялись, что именно «Селф» будет завершать строительство музея. К слову, художественный – один из главных долгостроев края. Стройка стартовала еще в 2012 году. Из-за сложного положения компании «Стройгаз», которая оказалась на грани банкротства, в какой-то момент строительство было полностью прекращено. Стоимость работ несколько раз менялась. В крайний раз было решено составить новую проектно-сметную документацию. Ведь из-за простоя в здании образовались дефекты. На их устранение тоже требовали средства. В итоге всего на достройку музея потребуется более 1 000 000 000 рублей. Это в 5 раз больше, чем предполагалось ранее.